Племя имеет алфавит из трех букв А, Б, В. Слова длиннее, чем из четырех букв, у них не бывают. Сколько максимум может быть слов у этого племени? Повторяю, трехбуквенный алфавит. Слово не бывает длиннее, чем из четырех букв. Да. 120. Почему? 3 плюс 3 второй, во второй плюс 3 в третий, плюс 3 в четвертый. Верно. Ну, на самом деле, мрачный математик сказал бы, что правильный ответ 121. Почему? Если вообще ничего не говорить, пустое слово. Вот. Но, к счастью, все-таки, конечно, имелось в виду, что не так. Все-таки пустое слово – это слишком.